Приветствую вас, Дарья, и, конечно, сочувствую вам. Я думаю, что один из ключевых моментов вашей истории – это отношения с отцом и то, что вы чувствуете себя неполноценно без мужчины. То есть мужчина должен как-то вас определить. Я думаю, что ощущение того, что вас бросят, вот, в целом, это своего рода такая, если хотите, претензия к вашему отцу, которого не было. И в то же время это возложение на отца ответственности за то, что с вами вот происходит, да, происходило. Я думаю, что в какой-то степени ваше поведение, это поведение человека, по крайней мере, вот до текущего момента, это поведение человека, который пытается наказать, ну вот, в частности, наказать, там, допустим, ну, к примеру, наказать, собственно, вашего отца, допустим, вот. На мой взгляд, это то, что вы пытаетесь сделать. И, ну, не то, чтобы я вас обвинял, не то, чтобы я говорил вам, что этого, ну, что чего-то делать нельзя, вот. Нет, ни в коем случае, я думаю просто о том, что как будто бы вот очень сильно вас в определенный момент, да, травмировало то, что у вас нет отца, и ну, как вы говорите, там, мужского воспитания. Вот. Хотя, что такое мужское воспитание, честно говоря, для меня остается загадкой, что такое мужское воспитание. Это как, да? Ну и ваша последующая вся история, это вот как будто бы, знаете, такое своего рода наказание, да, типа вот, тебя не было, отец. Гипотетически, да. Вот. Тебя не было, ну, значит, вот я там буду с собой делать вот какие-то вещи. Вот, ну, такие, да, негативные вещи буду с собой делать и так далее. Вот, мне кажется, что, ну, ничего хорошего из этой позиции у вас, понятное дело, не выйдет. Вот. И, соответственно, ну, вот, что хочется сказать, да, сказать хочется, что, значит, ну помимо обиды, да, там, помимо злости и так далее, да, у вас еще есть, ну, стыд. Вот, у вас еще есть чувство стыда такое вот. Довольно сильное, что, как мне кажется, является, ну, подавленной злостью. Вот. И, соответственно, как я думаю, вот с этими моментами,
Вам, значит, в первую очередь и нужно работать, да, с обретением собственной полноценности, вне зависимости от отца и кого бы то ни было еще, и с принятием своего прошлого через, ну, через выражение, проявление, там, если хотите, злости и прочее. То есть сейчас, опять же, ну, сейчас вот ничего такого у вас, ну, нет просто. Вот. И, соответственно, ну, естественно, что вам тут, ну, тяжело, больно и плохо, вы переживаете. Вот. А отношения с мужчиной выстраиваются все-таки на принципе, ну, на принципах, знаете, как, ну, ценности, самоценности своей. У вас же в этом смысле вот есть серьезные проблемы. Вот. Как мне кажется. И в первую очередь нужно решить их. Вот. У вас есть до сих пор невера или отсутствие веры в собственные силы, то есть ну, вы до сих пор не верите в то, что можете там сами справиться, да, ситуация, которая, ну, какая бы ни возникла ситуация, вы сможете с ней справиться, но вы вот все время ждете, что вы не справитесь. То есть, такое ощущение, да, что вот, то, вот, через что вы прошли, да, ваш опыт, через который вы прошли, вот он, это все как будто бы не дало вам ощущения, да, почувствовать, что вы, ну, сможете вот все преодолеть, да, как бы. И, ну, на мой взгляд, это, конечно, вот является проблемой. А это все решается психотерапией, я думаю, и общением. То есть сейчас мне кажется, что вот то, в чем вы нуждаетесь больше всего, это просто вообще. Вот просто вообще, мне кажется, больше всего вы нуждаетесь. Просто в общении, просто в раскрытии себя как личности, в том, чтобы, ну, узнать себя как личность, вот, узнать, какой вы человек, в том числе, ну, взаимодействие, общаясь, в общем-то, с мужчиной, вот, на мой взгляд, это вот основная такая ваша потребность на сегодняшний день, и именно с ней я предлагаю вам работать. Вот. Естественно, ну, никто не говорит о том, что вот прямо сейчас, да, вы возьмете и примете себя, да, и все у вас сразу будет хорошо. Нет. Нет. Это работа. Это личностный рост, проработка травм. Вот всех тех чувств, которые вы, ну, которые вы испытывали, да, проживали. Вот. Переживали, но не проживали. Вот. Так я бы сказал здесь. Вот. Поэтому вот как-то так, это индивидуальная работа.
вам, то есть ваш текст это запрос на психотерапию, потому что очень много стыда, очень много обесценивания, вот, все это говорит о подавленных эмоциях и подавленных чувствах, которые у вас вот, имеют место быть. Вот. Значит, давайте отвечаем на наш вопрос, как мне принять себя, свое прошлое, психотерапию, как построить счастливые, доверительные и крепкие отношения, доверять себе, вот, а не кому-то. То есть сейчас вы пытаетесь, вот, что называется, да, доверять кому-то. Вот. Ну, это, на мой взгляд, абсолютно такая вот, ну, бесперспективная история, да, потому что, ну, человеку всегда сложнее доверять, вот, поэтому ваша задача заключается в том, чтобы вот научиться доверять себе, вот, в первую очередь. И вот, собственно, исходя из этого, вот уже выстраивать отношения. Ну, как вы понимаете, это индивидуальная работа, вот, психотерапия и так далее. Потому что боли у вас много, обид у вас много тоже, вот. И, в общем-то, со временем, да, это, ну, никуда не девается. Вот. К сожалению. Вот. Я думаю, что вот, знаете, для начала, ну, просто выговориться хотя бы. Просто выговориться для начала. Было бы уже неплохо вам, вот, а дальше уже можно потихонечку как-то вот, ну, заниматься, ну, коррекцией, да, заниматься корректированием вашего, ну, вашего состояния, вот. Вот то, что я хотел вам сказать. На этом все, пожалуй. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Значит, я желаю вам всего самого доброго, вот. Удачи, обращайтесь за помощью, не затягивайте, вот. Это позволит вам сохранить, может быть, отношения, а может быть и выйти из них, если вы так решите, вот. Всего доброго!